камере выдали? Да. Ну, я все время такое выдаю сейчас. Чистое, да? Чистое, все запечатанное. Из чего оно сделано? С марли какой-то, непонятно с чего. Это вот такой, какой, вообще кошмар какой-то. Это какой-то вообще ужас. О боже мой. Это на этом вот они считают, можно спать. Да, это просто. Это простыня. Ясно. И такой же сверху простыня. Это две простыни сейчас. Наверное, будем. Очень дорогое белье. Вот она одна простыня. Вот. Ну, это специально на шконку, как раз под размер шконки. Все как положено. Боже мой. Такое. Да, оно уже дырявое. Из какого материала оно сделано? Вообще непонятно. Я скажу, я сейчас скажу, из какого материала. Я знаю. Классно? Да. Но мне выдали на этот раз чистое. А это типа наволочка? А это наволочка, да. А подушка-то есть сама? Подушку мне этот раз не дали, но я спала на своем спальнике. И спала на своих подушках. Мне повезло. Так, здесь что написано у нас? Достань-ка. Эксклюзив на память. Комплект постельного белья. Простыни 80-210. Две штуки. Наволочка 60-60. Значит, дата выпуска. Ноябрь 12. Это мне останется память. Если останусь жива, нет, похороните на ней. Типун тебе на язык. Я знаю, что типун. Я хочу выжить, конечно. Я хочу добиться. Я хочу, чтобы все люди вышли сюда потом. И чтобы пол страны сюда приехал. Да. Вот это моя мечта. И разобрала на кирпичи. Единую вот. Россию. Приложение к административному протоколу номер 062-53-21. 12 августа 2013 года. Примерно в 14 часов 30 минут гражданка Калмыкова Ирина Леонидовна, находясь в сквере, примыкающему к дому 2, строение 2 по Банному переулку города Москвы, принимала участие в несогласованном органами исполнительной власти пикете в форме голодовки с установкой двух палаток и спальных мешков без подачи уведомлений в префектуру Центрального административного округа города Москвы в составе группы граждан в количестве 4 человек. Цель – встреча с главой партии «Единая Россия» Медведевым, ДА, по вопросу обеспечения семьи Калмыковой жильем. На неоднократные требования сотрудников полиции прекратить данное мероприятие не реагировала, продолжала привлекать внимание и препятствовала свободному проходу граждан, тем самым нарушая федеральный закон номер 54 ФЗ от 19 июня 2004 года. То есть совершила административное нарушение. Вот так. Вот еще рапорт она подает. Хотя паспорт я ей в руки дала, она что не представила. О, ментовские рапорта, это же шедеврально. Вот это рапорт. Это шедевр. Докладываю, да. Давай, читай. Это Сашка украл на столе. В РИО начальника отдела МВД России по Мещанскому району Г. Москвы полковнику полиции Аксенову. Целые полковники. Рапорт. Докладываю вам, что 13 августа 2013 года, примерно в 18.00, по адресу Москва, Банный переулок, дом 2, строение 2, мною, совместно с командиром взвода ОРППСП ОМВД России по Мещанскому району Москвы, Уразовым, БВ, была задержана гражданка Калмыкова Ирина Леонидовна, 60-го года рождения, проживающая по адресу, оказывала неповиновение законному требованию сотрудникам полиции в связи с исполнением нами обязанностей по охране общественного порядка и общественной безопасности, а именно отказалась предъявить документы, удостоверяющие личность, осознанно отказалась от исполнения законных требований сотрудников полиции о прекращении ею действий, выразившихся в том, что гражданка Калмыкова расположила на газоне вдоль пешеходного тротуара спальные мешки, две тент-палатки, стулья, также личные вещи. На неоднократные законные требования сотрудников полиции прекратить свои противоправные действия, а именно встать с земли, не реагировала. Тем самым продемонстрировала отказ от выполнения законных требований сотрудников полиции и препятствовала выполнению служебных обязанностей. На основании изложенного полагала бы гражданку Калмыкову привлечь к административной ответственности по статье 19.3, часть 1 КоАП РФ.
13 августа 2013 года инспектор ИА ЗО МВД России по Мещанскому району города Москвы, старший лейтенант полиции Джевакова ОВ. Это оригинал. Страшные преступления вы совершаете, Ирина Леонидовна. Стащили рапорт. Просто страшные. Это вы похитили рапорт, да? Да, это... Они же такого, это... не, пов... они такого не повторяют. Это похищенный рапорт, да. Но я думаю, что они еще смогут что-нибудь накреативить. А может быть, и в суд не было ничего, если рапорта-то нет. Если рапорта нету, нет, суда то... нету, да? Там два рапорта полагается. Ой, ну у них, на самом деле, у них целое ведро разных рапортов. У них канцелярия там. Они могут столько, они же еще те писатели, толстые, о, вместе с Достоевским. Жалко. Когда, как говорил Горбатый, у вас на Муре такие справки, целая канцелярия. Конечно, целая канцелярия штампует. Замечательный рапорт вообще. Он должен войти в аналы. Да. Не подумайте, чего плохого, в аналы. Милонов, успокойся. Аналы – это аналы. Милонов, да, успокойся. Аналы – это аналы. Это не то, о чем ты думаешь. Шикарный рапорт. Шикарно, да? Шикарно. Шикарно.